Всем привет! Хочу презентовать новую ручку, сделанную мной. Значит, здесь в этой ручке монтирован микрик, который при определенном положении, которое регулируется вот этим винтом, дает срабатывание вместо педали. И у нас происходит сварка. Вот такой держатель электрода называется SBU 4.2. 4.2, потому что, ну, действительно, это уже четвертая серия, четвертая разработка. Очень удобно, то есть вы просто нажимаете, и в определенный момент происходит срабатывание. Момент этот вы регулируете вот этим винтом в зависимости от того, насколько вам нужен прижим. То есть нужен прижим меньше, вы регулируете, перемещаете микрик чуть-чуть дальше. Микрик там стоит. Вот такой вот. Вот, собственно говоря, нужно. Переместили чуть-чуть ближе. Произошло раньше срабатывание микрика. Нужно позже, больше прижатия сюда. То есть здесь идет дальше провод. Провод припаивается. И, в общем-то, вот он идет в разъем обычной педали. Как и всегда. Вот он идет по этому самому по проводу. В общем, и приходит разъем вместо педали. То есть можно либо педаль включить. Вот. Ну, скажем так, с модификацией с ручкой 4.2 у тебя педаль в комплект тогда не буду поставлять. Вот, то есть, в общем-то, вот так это работает. Производительность при этом повышается, мне кажется, в разы. Вот. Ну, это аппарат Vision. Собственно говоря, кстати, у этого мощность трансформатора здесь 800 Вт. Это ленточка 0,15 приварена. Вот, собственно говоря, качество сварки. Электроды здесь, как я люблю, сделаны довольно-таки толстыми. Пятно контакта. Вот. Ну, уверенно варит ленточку 0,15 на показаниях. Как видите, два полупериода. Два полупериода это умножить на 0,02 секунды. То есть получается 0,04 секунды при полной мощности. Вот, собственно говоря, на этом презентация ручки SBU 4.2 она закончена. Вот могу для сравнения сейчас показать с ручкой, та, которая была 3.2. Вот для сравнения ручка 4.2. Кстати, есть такого цвета, есть черного цвета. То есть красный и черный цвет. Пока, в принципе, можно и белым напечатать, но пока нету. Вот ручка 3.2. То есть, если их сравнивать, то, собственно говоря, она немножко меньше. 3.2. Значит, размер новой ручки получается где-то длина порядка 10 сантиметров. Ну вот, на этом все. Всем спасибо. До скорых встреч. Пока.